Всем привет! Вы на канале у Элины. Играем в игру Ночь Хэллоуина. Хо-хо-хо. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Отмечаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, как по традиции Хэллоуина, идем собирать конфеты, попрошайничать конфеты. Звоним в дверь. Говорим, розыгрыш или конфеты. Выбирают, конечно, конфеты. Некоторые соседи, конечно. Кидают нам конфеты, мы собираем, идем дальше, к следующему дому, звоним в дверь, говорим конфеты, просим конфеты, нам кидают, поздравляют с Хэллоуином, я собираю конфеты, идем дальше, следующий дом, звоним, дайте нам конфеты, hello, нам кидают, я собираю и иду к следующему дому. Розыгрыши или конфеты? А нам дают конфеты. Почему-то всегда пока что. Дают конфеты. Ай, привет, вот тебе конфетки. С Хэллоуином тебя. Так, я собираю конфеты. У меня уже полный пакет. Так, надо их сдать. Рисуем быстро пункт отдачи конфет. Обменяем их на денежки. Вот бы у нас так, чтобы было. Собираем конфеты в пункте, обмениваем на денежки. Вообще замечательно. Я бы набрала бы кучу конфет бы и обменяла бы на деньги. Так, берем квест. Бежим к волшебнику. Он нам предлагает собрать три красных веника. Я соглашаюсь. Бегу искать веники. Так, веники, веники, веники. Так, где могут быть веники? Кто знает, где могут веники быть? Так, в магазин идем сюда. Костюма в магазин. О, вот, один красный веник. Берем и идем дальше. Искать еще два веника. Ночь, я бегаю с сумкой, ищу веники. Так, забегаю сюда, в домики. Третий веник. Берем быстрее и бежим обратно к волшебнику за нашими денежками. А вон волшебник. О, уже наши три веника стоят. Мы уже их отдали. Так, все, я все сделала. Давайте мне денежки. 35 баксов. Собрали, все, квест завершен. Мне награду дали. Бежим дальше. Что будем дальше делать? А, к почтальону бежим. Будем раздавать почту. Он нам предлагает квест. Доставить 25 посылок. 60 баксов. Конечно, соглашаемся. Так, все, квест. Квест начался. Бежим, бежим, бежим. Сначала на огород забежим. Там чучело есть. Ему нужно ноги найти. Как же чучело без ног? Забегаем на огород. Подходим к чучелу. Надо найти конечности. И сколько он нам даст за наш поиск? 60 баксов. О, нормально, соглашаемся на квест. Принять. Все. Мы в игре. Ищем. Так, нужно найти 25... Отправить 25 посылок. Найти ноги от чучела. Бежим, 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 бежим. Так, дальше куда? А, еще один квест можно взять. Чем больше квестов, тем быстрее мы их всех пройдем. Тем быстрее нам награды дадут много денег. К тыкве идем. Тыква нам дает задание. Нам нужно вырезать мордочки на тыквах. Сколько нужно? 20. 20 тыкв нужно. Да, 20 тыков нужно вырезать мордочки. И мы за это получим сумку с тыквой. Вау! Принимаем квест. Все, все, давай, 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 давай. Бежим быстренько все это вырезать. Кто на Хэллоуин вырезал себе тыкву? Ставьте в комментариях, какая она была страшная. Так, быстренько все 20 тыкв вырезаем. Все бегают, конфеты собирают. А я прохожу квесты. Так, кто прошел все квесты? Пишем тоже в комментариях. Я прошла половину квестов. О, штаны. Штаны, штаны, штаны. Для этого. На огород чучело это. Забираем конечности.
Бежим дальше. Бежим, 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 бежим. Так, тыква, 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 тыква. Тыква вырезаем, вырезаем тыквы, мордочки. Классно. Все, давай дальше. Еще, еще. Нам еще столько много тыкв нужно вырезать. Только шестая. Так, дальше, дальше, дальше вырезаем. Седьмая. Это уже будет наша восьмая тыква. О, про почту. Не забываем про почту. Почта одна доставлена, а еще целых 24. Сейчас все быстренько мы вырежем. Итак, половина тыков мы уже вырезали. Самый-самый-самый-самый-самый страшный. Окей, идем дальше. Нашли вторые штаны. Вторые конечности нашего чучела. Так, все, в сумку ложим. Какая у нас большая вместительная сумка. Не забываем про почту. Почти все уже отправлены. Это все мы делаем очень быстренько. Ночь у нас короткая. Надо много чего успеть. Последняя почта. Все, отправляемся. А, еще тыква последняя. Последняя тыква, наша страшная тыква. Все, бежим. Бежим мы, бежим, бежим. Мы бежим сначала тыкве. Дает нам новую сумочку. Вот такая у меня теперь прикольная сумочка. Теперь могу собрать очень много конфет. Но этим мы займемся позже. Так, все, награду мы получили. Бежим мы на огород. Отдаем конечности чучелу, чтобы он смог побегать на Хэллоуин и попугать всех детишек. Чтобы ночью лишний раз не бегали. А то выбегают по ночам, бегают, попрошайничают конфеты. Шумят. Так, куда мы сначала бежим? Бежим мы сначала на огород. Нам нужно отдать... А, нет, мы почтальону бежим. Сказать, что мы все почты уже раскидали, чтобы он нам дал денюшек. Теперь у меня очень много денежек, 206 баксов. Надо будет какой-то костюмчик, может, выбрать. А то как-то Хэллоуин и без костюма у нас. А может быть, и не будем. Ладно, посмотрим. Сейчас на огород. Отдаем конечности чучеле. Вот твои конечности. Все, я, как обещала, все принесла. 60 баксов заработали. Как на халяву. Так, ладно. Что мы дальше будем делать? Все квесты я прошла. Все-все раздала. Бежим. Может быть, конфет пособирать. У нас теперь большая сумка. Как же без них? А, вот-вот, ведьма. У ведьмы, спросим, что находится. 6 черных кошек убежало у нее. Как можно в темноте найти черные кошки? Как подумайте. Ладно, мы принимаем квест. Нам дадут питомца за это. Черную кошку. Все, идем. О, мальчику. Что его там? Мусор собрать надо. Что у нас хоть? 20 баксов. Ну ладно, берем. Собираем мусор. Зачем туалетную бумагу кидать во время Хэллоуина? Кто так делает? Кто так делает? Ставьте лайки. Я так ни разу не делала. Как можно на Хэллоуин кидать туалетную бумагу? Ладно, там на Новый год еще. Когда исполняется 12. Все, мальчик нам дал 20 евро. 20 баксов. Идем собирать конфеты. Здесь были тучи мыши. Они забрали все наши конфеты. Все мои конфеты. Теперь я без конфет. Они хотят 14 штук есть. Дайте конфет. И тут опять летучие мыши. Ну что это такое? Они забрали все мои конфеты. Две конфетки остались. Надо еще пособирать.
Идем в следующий дом. Еще раз. Еще раз к ним. За... О, здесь уже человечек. Так, не забываем отмечать лайки, подписываться на канал. Как вам понравилось это видео, пишите в комментариях. Идем дальше за конфетками. У нас же их нету, у нас же все забрали. Давай, конфетки, 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 конфетки. Так, все, у нас 5, 6, 7, 8, 9, 12 конфет. Бежим в следующий дом. Еще раз просить конфетки. Конфетки. О, а здесь тыква. Она нас связала. Все, я никуда не могу пойти. Так, а если вам понравилось это видео, не забываем отмечать лайками, подписываться на канал. Вы были на канале у Элины. Всем пока и до скорых встреч.